С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте. И в гостях у нас Светлана. И вот что мы приготовили. Когда санкции и белая глина в страну не приезжает, а под смертной казнью нельзя вывозить ее из Китая, у Светланы почему-то получилось. И вот они, китайские массы, разные, фарфоровые на 1300 градусов. Здравствуйте. У нас здесь 17 видов фарфора и керамических масс, от белейших, бежевых, коричневых, красноватых, темных, даже серо-черные. Ужас. Да. И 100 видов глазури еще в баночках. Да, да, да. Здесь, друзья, видите, 4 баночки разных, но на самом деле их у тебя там... Очень много. И есть глазури, которые от 1280 градусов идут, мы их все никак не можем протестировать, даже не знаем как. Как? А вот, друзья, ссылка внизу найти. В описании. Берите со скидкой и тестируйте. Светлане расскажете. За тест скидка. Глина номер один. И окошко на всех глинах, фарфорах, керамических массах. Тут надо сказать следующее, что англичане, например, делят свои массы на earthware, stoneware и porcelain. Porcelain — это фарфор, то, что жжется у нас на 1320. У них на 1300, но за температурой и как и за руками следите. А у китайцев, видимо, своя классификация. То есть у них, видимо, фарфор, фарфор, везде фарфор. Да, они все фарфором называют. Немножко тины. Китайской. Вкусно? Обычно едят еще. Есть глиноеды. Ну как? На ощупь. Ну, очень пластичная. Я ее... Вот так скатывала, она прям аж чуть ли не волосы скатывается. Угу. Причем, ну, сразу по ощущениям мелкодисперсные. Ну, то есть, есть у нас глина с песком, крупнодисперсные, и из них делать приятно большие вещи. А фарфор, он мелкодисперсный, можно маски для лица делать, ну, чтобы не шелушить кожу песком. И вообще тончайшие элементы, слушайте, замечательно. Можно, наверное, какие-нибудь... цветочки делать. Я попробовала чашечку выкрутить. У меня первый раз получилась совсем тоненькая стенка, но что-то я не то сделала, она у меня упала там в итоге, а потом потолще все-таки получалось. Да, обычно надо делать потолще, если песка нет, и, соответственно, делать таким образом, чтобы точить ее потом можно было. Что вы хотите? Мнение эксперта? Надо выкрутить что-то. Хотите овладеть стихиями огня, воздуха, воды и волшебной глины? У нас есть 5-дневная обучающая программа. Новички и бывалые керамисты со всей страны приезжают к нам научиться крутить на гончарном круге, изучить оборудование и технологию производства керамики. Мы рекомендуем гостиницу, берите отпуск и приезжайте. Также у нас есть и видеокурсы на разные глиняные темы. Подробности по ссылке в описании. А вот, кстати, у Светланы продаются гончарные круги из спичной коробки и консервной банки. Покажи, кстати, второй. Вот, прямо у тебя на сайте их можно купить. Ну, пока не выложу, ну, можно будет. Можно. На Озоне можно купить. Угу. Так, посмотрим. Супер гончарный круг с вращением. Опа! Достаем. Сделаем шарик. Тут даже, кажется, даже разминать не надо. Он такой пластичный. Отпечатки пальцев видны. То есть можно делать, видимо, прям какой-то микрофарфор, ювелирный фарфор. Давайте нанослой воды на нулевый круг. Практически вообще даже вода не прилипает. Настолько он чист. Ого! Попробуем. Итак, сделаем побольше скорость. Большая скорость компенсирует то, что он тормозится руками. Ну, на микромоторе, что тут сделать? Конечно, тормозится. Но это все можно компенсировать тем, что он начинает прокручивать. Губочка подоспела. О, это полезная губочка. Вот в комплект бы их еще прикладывать. А я часто кладу, ну, просто так от себя, такие маленькие. А, у тебя может быть свой комплект.
Ну, только совсем малюсенького. Сейчас я подрежу. Вот. Хорошо, такие стеки использовать еще. Спасибо. Это к нему тоже в комплект? Да, 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 в комплект. Замечательно. Так, все, понизили. У меня все рукой закрыто. Обороты. Кстати, ты сказал 2000, нам разрешено использовать только 300 оборотов, чтобы ничего никуда не летело. Ну, пока оно вот такое, он не взлетает. А вот стеночки уже, да, все. Ну, они... к слову сказать, чем меньше микроизделия, да, тем, соответственно, мы можем использовать больше оборотов. Ты расскажи про свои ощущения, вот как он у тебя в руках. Она, в отличие от наших там красных глин и даже европейских белых, вообще не царапается. Ну, то есть, как будто там ничего нет, ты молоко крутишь. Вот, да, вот что-то типа сметану, что ли, или да, молока, видимо, вот какое-то, ну, необычное ощущение такое. То есть, очень сильно глина просеянная. Или ее как раз 25 лет, как раз китайцы, ну, как сказать, потом били морозом. Выкапывается выше глубины промерзания, ставится эта глина, оставляется, ее дождь замачивает, а потом мороз разбивает. Ну ничего, вот стеночка возводится, хорошо. Единственное, что надо вовремя следить, чтобы скорость, вот он не превышал. Иначе центробежная сила начнет разбивать наши изделия, но при этом скорость все-таки нужна, чтобы компенсировать недостаток, вот как раз когда мы начинаем взаимодействовать с глиной, да, и, соответственно, круг пробуем тормозить пальцами. Попробуем вот так вот чуть-чуть ее согнуть. Очень пластичная глина, то есть можно и на сход, и на расход ее делать запросто. Наши бы так не пластичные, сгофрировались давно бы. Ну вот условно, вот смотрите, я ее разгоняю наружу, вот разогнал, да? Mm-hmm. А теперь я ее обратно собираю. Ты сверху пальчиком не контролируешь? И сверху контролирую, сбоку контролирую. Ну вот, например, вот такая вот бы жаба уже бы не собралась. Uh-huh. А сейчас я ее возьму да соберу. Но только со скоростью следить. Не соберу. Ну, красивые. Красивые, да. Но все равно красивые. Ну-ка. Ну, вот видишь, собирается. Ух ты. О, чудеса. Да, ну это вот чудеса пластичности, как раз мелкой дисперсионности. Причем я ее похоже, да, по ощущениям. Не знаю, сейчас побольше скорость дам. Я даже могу дозаклеить, доцентрировать и еще раз выкрутить. Вон, видишь, она что делает? Раз, и собралась, и красивая стенка опять. Видишь, да? Только он тормозится в какой-то момент, поэтому я грыжи оставляю. Ну, там чем больше скорость даешь, тем он меньше тормозится. Да, вот если к нему педальку, например, прикрутить, да, и не бегать к ручке, то это бы вообще было... А ты мог ручку к себе перевернуть? Да. А ты от себя ее... Ну, в общем, нужно прилаяться, потому что я, видите, первый раз на неизвестной глине и первый раз на неизвестном круге. Поэтому тут есть свои нюансы. Ну и не растерялся? Нет. Причем фарфор нам поддакивает. К слову сказать, сколько он стоит такой? 10 килограмм. Ты не помнишь? Что-то около 3200 или 3400. По сколько? Пакет 250 рублей. Вот, ну вот кто круг берет, просто пакетик там взять, что-то ребенка покрутить. Угу. 250, а если 10 килограмм, 3200, по-моему. 250 это полкило. Здесь. Полкило. Да. Угу. Получается 500 рублей килограмм. Да, если вот по одному пакетику. Ну условно, в условиях, если 2,5 когда у нас килограмма, то неочищенная 1000. Глина стоит 100 рублей, это да. А очищенная, красивая, стоит... Где-то под 300, да? Если, нет, если... Если 10 килограмм, да? 320, да? Да? Ну, 320-340. То, в принципе, 10, есть смысл. Ну, вообще, если ее побольше вести и там с перевозчиками договориться, я думаю, можно будет цену уронить. Потому что я бы не сказал, что она там очень дорогая. Друзья, если вы будете покупать эту глину, то она будет дешеветь. Да, я буду ее вести больше и больше. Это очень очевидно.
Илья сейчас сушит горелкой, хотя я предлагала женским феном. А у тебя есть карманные для волос? Да нет. Обычным своим сушу. Так, вот стоит. Так, попробуем. А теперь ты будешь обтачивать, да? Вот прям как китайцы. Ты поставь посильнее, он же не разлетится у тебя. О, дело пошло. Дело пошло. О. Вот да, сюда бы инструмент поострее столько. Но для начала сойдет. Да, 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 приспособимся. Ну, я вот на этом круге пробовала вазочки микро крутить. Ага. А, стопочка у меня есть одна. Замолочили ее. Ага. Ну, это что-то вот все такое. Декоративное чисто, на полочку поставить. Мне кажется, можно вазочки делать для одного цветочка. Знаешь, клевер сорвать и воткнуть. Когда мы подсушили, он оброс коркой. Надо было чуть-чуть подождать. А у нас всегда, как правило, нет времени. Поэтому мы его начали обтачивать, как начало обтачиваться. Ну и, соответственно, чуть-чуть прошло времени. Нижние слои подразмочили верхние, и он стал лучше обтачиваться. Ну это как водится, мы можем объяснять все наши последствия задним числом. И, кстати, хорошо внутри обточить. Можно губочкой. Ну, можно замыть, да. Но здесь, если будешь замывать, есть опасность, что он опять перейдет в жидкую фазу и пойдет на расширение, как вот... Сметанница. Да, как я засунул в него губку и немножко форму исказил. Уже сосуд для благородных напитков. Угу. Подсъем в Инстаграм. Запрещенную террористическую организацию. Вот, друзья, какую крюку надо для выдавливания прыщей. С лица, да? Надо прикладывать. Черных точек. В комплект. Да. Ну вот видите, я обточил вазочку. В принципе, очень хорошо точится. Точится прямо сразу. Из-за того, что она тонкая, ее очень просто высушить. Ну давайте покажу, как точить с обратной стороны. Значит, все как-то пробуют прилепить на кусочки глины. На самом деле, достаточно вот таким образом макнуть. И подождать секунд 15, пока глина впитает водичку. И все. Мы даже на центр поставили, ориентируясь на кольца годовые. Да. Ну и точить не хочу. Для выдавливания шпажкой черных прыщей, да. Сюда надо микроклеймо. Наноклеймо. Нано, да. То есть... Как проба на золоте. Да, в ход идет все. И в том числе ватные палочки, зубочистки, шпажки, глазные скальпели, зубные есть такие ёршики. А ты знаешь, я не струной такие штучки срезаю, а ниточкой, потому что струна слишком толстая. На самом деле есть еще один способ, просто не делать ничего. Ну, оно отвалится. Она отвалится, и, соответственно, ты не срежешь вообще глины, ну, то есть не потеряешь. А если, ну то есть надо приладиться, потому что у тебя миллиметр условно сточится, когда ты струной практически любой убираешь. А если ты не убираешь струной, а просто она отваливается ровно столько глины, сколько приклеишь. Угу. Ну вот так как-то. Да. Вполне приличное изделие. Сейчас переймемся. Секреты китайских мастеров. Да. Будем с их глазурями, массами работать. Да, и вот посмотри, как оно приклеено. Пощупай. Ну, не так, что прям рьяно отрывай. Видишь? Ну, крепко прям, да. Да. Отрывается тоже оно очень просто. Вот мы крутим. И скручиваем. Да. Если мы будем на себя тащить, у нас здесь будет не круг, а эллипс. Угу. Вот, все. Это сколько миллиметров стенка получилась? Мне кажется, миллиметр полтора-два. Да? Сверху толстое ребро жесткости специально, чтобы не скручивалось. Оно же еще сядет после? Да. А здесь оно тоньше, чем сверху. Класс. О, какая пиалушка. Она, кстати, должна быть еще меньше, потому что потери при прокаливании у фарфора большие. То есть где-то на сантиметр меньше она 10%. Станет. Да, мы посмотрим, кстати. Так, давайте перевернем все глины окошками, посмотрим на их цвета.
Это то, чем они прям точно отличаются. У меня, знаешь, идея придумать им всем имена. Ну, то есть первое, вот, которое ты крутил, назвать его там, да, например, как? Эльза, как? Какао, капучино, молочный шоколад. Да-да-да-да. И их, друзья, кстати, можно смешивать. Вот у меня, в частности, есть смешанка по-русски, по ихнему там нарикоми и нарияги, в зависимости от способа, как их крутят или лепят. Вон даже можно вот так вот делать инкрустацию одной глины в другую. И вот мы проводили как-то мастер-класс в Крыму. Лепка из цветных глин. Здесь важно правильно подобрать коэффициент термического расширения, чтобы они просто не лопнули в сушке и в обжиге не раскололись. И вот прям там есть незаглазурованные еще вещи. Вот очень это даже не обожжённые. Красивые, да, мне нравится. Угу. Вот это, это особенно. Да, вот это обожженные. Причем они обожжены на утиль. Следующий глазурный обжиг должен быть повыше, а это еще не обожженный. Вот как раз на гончарном интенсиве выкрутил, показал, как это делать. В частности, я так понимаю, вот эта глина с хромом, та, что зеленая, это прямо они так ее продают. Угу. Ты ее привозишь так. Да. Можно у тебя купить так. Да. И не замешивать хром отдельно. Ничего не надо делать. Берете, покупаете, ссылка внизу в описании, и лепите. А потом прозрачкой. Будет ярко, красиво. Итак, глазури. То, что приехало вместе с глинами, да? Попробуем. Вот так будет выглядеть эта глазурь. Смоки, да? Угу. Я ее уже помешал. 1210-1240. А достаточно ли ты ее помешал? Вот мне кажется, внизу болото. Да, ну давай посмотрим. Нет. Нет? Нормально? Нет. Все промешано. Вот. И так вот просто наношу. А я глазурь как-то вот прикладывала. Кисточка меня учила. Именно не мазком, а... Ну, зависит от конкретной впитываемости вот конкретного черепка. То есть, видите, я даю два слоя. С обратной стороны я сделаю один слой, а с этой три. Очень один быстро впитывает, да, черепок, поэтому не обязательно мне... А так вообще, конечно, можно было бы вот так вот, ну, условно. Но здесь уже будет перебор. Не буду больше наносить. Давайте вот так. Посмотрим, что будет с этой глазурью. Камень. По твоему артикулу G022. Угу. Да, вот так вот наносим. Черепок хорошо впитывает, видите? Первый слой впитался мгновенно. Ну, тоже серенький. Зависит от черепка способ нанесения и от температуры спечения, насколько вы спекали. Иногда требуется, например, просто протереть водичкой, чтобы меньше воды из глазури шло туда, чтобы слой глазури лег потоньше. А как ты эти пробники, ты что-то выкрутил, а потом разрезал? Да, это крутится сквозняк, тор. Вот то, что у меня сверху с дырками. И разрезается. И разрезается, да, так точно. Обычно вот по методике я люблю так, три слоя нанесли на переднюю сторону, взаимно перпендикулярно, один слой на заднюю. Ну и все. Вот это уже был третий слой. То есть тебя интересует только один слой и три слоя? Да, вот здесь с обратной стороны один слой, здесь три. А два слоя не интересует? Да, два слоя. Что-то среднее. Что-то среднее, да, вы сами поймете. Кстати, такой совет есть. Надо протереть влажной губкой перед тем, как закрывать банку. И вы сохраните себе душевное равновесие. Потому что если вдруг вы закроете, глазурь высохнет в резьбе, то все, вы ее будете открывать полдня. Да? А мне попалась она такая сыпучая. Глазурь Мербау. Ну-ка, как она должна выглядеть? Ну, какая-то коричневая. А вот так. Мы потом обожжем, подложим. Угу. Держи. Посмотрим. Так. Да, прям наноси три слоя. А с кисточки должно не капать? Ну, это я где-то тоже про такое слышала. Хочешь, лучше не капай или сразу неси. Так и... Да, да, намазывай. Ой, как хорошо. Вот он у тебя прям, считай, грунтовочный слой. Угу. Она хорошо впитывает. Так, а здесь тоже вдоль? Да, да. Здесь хочешь у нас вдоль, один хочешь поперек. Неважно. А теперь, значит, второй слой уже поперек
Да, обязательно закрашивайте углы, потому что она иногда тоже спекается, дает свою усадку. Именно глазурь дает усадку до того, как расплавится. Так, а теперь поперек. Ну да. Быстренько. Да, и торцы закрась. Сейчас же. Угу. Так, весна, да? Я опять глазурую или ты? Весна. Заглазуруй. Друзья, закрепить результат? Да, закрепим результат. И ни в коем случае не перемешивайте, потому так, что а иначе мы не найдем. Отсюда? Да, вот здесь ее мой. А они так не перемешаются, глазурь, что ну, грязная вода? Ну, там микроскопическая доза. Да, вдоль. Вдоль. Вот, давай-давай, смелей, 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 быстрей. Вот, да. Потому что будешь мешкаться, она засохнет, вдоль, будет как вдоль, бетон намазываться. Вот типа так, да. Вдоль. Все, все. Поперек. Поперек. Поперек, поперек. Два, три, четыре, пять, шесть. Да, да. И еще бери, видишь? 7, вода заканчивается, 8. Она вот, смотри, сразу трескает. Как мной нанесен и тобой. Нет, я просто... А вот она сейчас еще больше треснет, я уже пробовала. Закрашу и все. Да, конечно. Вот. Ну, тогда так и оставим. Ну, главное, чтобы в печке не отвалилось. Все. Значит, у нее такая особенность вот у этой глазури. А, да, я у китайца спрашивала, он сказал, что вот некоторые глазури там в силу своего состава такие, ты, говорит, аккуратно их в печку клади. Ну, добавь в них клей Аптопикс, Пептапон. Или научиться нормально глазуровать. Обойный клей КМЦ, и она просто у тебя не будет отваливаться. Так надо записать про обойный клей. Ну и, конечно, друзья, вы сделали пробник. Ни в коем случае его просто так не оставляйте. Оставите вот так, замешаете, замешаете, и не поймете, от какой баночки какой пробник. Поэтому тут же подпишите его артикулом G022 камень от keramiker.moscow. Ссылка внизу в описании. Ну что, друзья, приезжайте учиться ко мне лепить, крутить из сказочной волшебной глины, а теперь еще из фарфора, а теперь еще этот фарфор во времена санкций привезен, можно его запросто купить, хотя, казалось бы, ничего нельзя купить, особенно белой глины не достать практически. Вот она, правда, не очень дешево, но и это фарфор, качественный фарфор, из которого можно лепить цветочки, лепить абажуры, лепить... картины даже можно лепить из фарфора. А как ты думаешь, раковину можно слепить из фарфора? Да запросто. Большую, дорогую, красивую. Но она, правда, раковину. Получится очень дорогая. Да. Да. Нет. Ну а что, а продают там из обычной шматированной массы по 50-60 тысяч эти раковины мастерицы? Почему бы не научиться лепить их с фарфора и продавать по 100, по 150? Можно точить и делать их тончайшие, тогда и фарфора уйдет. А тогда, когда упадет зубная щетка, она, не знаю, как себя поведет, или будет крепкая? Нет, думаешь? Крепкая, фарфор сам по себе крепкий. Потому что у тебя печка большая, давай раковину. Раковина на рияге. Все, налаживаем производство. Так что, друзья, следите за следующими сюжетами. Мы попробуем смешать как русскую смешанку, нарикоми, нарияги, японскую, ну, как аналог. Смотрите эти глины внизу, ссылка в описании. И также пробуйте вновь привезенные глазури. А с вами был я, Илья Калашников, и Светлана на волшебстве керамики. До скорых встреч!